Ребята, всем привет! Что ты спрашивала? Когда мы будем листовать? У тебя галерка с копченой селедкой. Надо снимать! Не Инстаграм, но не дают мне поприветствоваться с вами уже. Ребята, всем привет! Галерка не снимается, бо у них... Серьезно, давай удаляй, там про листы. Так, листов не было. Было! Аня про своих листы рассказала. У меня нет листов. Короче, ребята... Удаляй! Да, хорошо. Я... Так хорошо Удали. Провела время. Ну, не мешай. Не да, за... Хорошо. Я так хорошо провела время. Что хорошо? Удаляй. Ребенок хочет в камеру. Хорошо провела время да, сегодня удали, с Александриком. Мама. За чашечкой кавы. За порцией суши. Мам, ты сама себе расскажешь. Ты что там не набалакалась? Да я не балакала там. Там да господи. Дубль два. В общем, хорошо побеседовали с Александром. Прямо аж на душе хорошо. Вот так. Вот так. За чашечкой кавы. Кава сближает. Вот то. Но еще, что душенька. Галерка! Что ты не еси? Да. Вот це. А шо це? Це мясо. Уважаемый. Я це не буду. Уважаемый. Ничего, что я тут людям, с людьми общаюсь. С какими людьми? Ты в телефон говоришь? Душа у меня, знаете, сегодня спокойно, прям тишь да гладь. Знаете почему? Прям видно, да, что я довольна, как слон. Сейчас покажу, почему. Душа моя спокойна, потому что я сегодня купила нашим любимым питомцам наконец-то средства защиты от клещей. Мы в прошлом потеряли одного любимого питомца именно от клеща. И поэтому этих питомцев, Любчик, да, мы прям бережем, как зеница ока. Да. Поэтому сегодня купила хваленое Бравекта для Цезаря, для Джессики. Покажем питомца. А что то было? Стоп, подожди, а что то? Вова, ты сейчас получишь рыба на ковре, обалдеть. Не думала, ты таблетку срынула. Джесс. В общем-то, иди сюда, чека. Моя красивая, теперь защищенная рыбонька. Теперь будешь и по лесу бегать, везде будешь гулять. Все, на 3 месяца наше чудо защищено. Поэтому душа у меня спокойна. Да, Любчик? И чувство выполненного долга. Я хотел показать питомца. Какого? Вот. Вот, твоя рыба, вот эта копченая, это ужас. В общем, хваленая Бравекта на 3 месяца от клещей, от... блох, но не от глистов. Видите, глистов здесь нету. А филечки мы взяли тоже от глистов, от клещей и от блох. Вот такую жевательную таблетку дается. Ну, филечки на месяц, Вов, надо записать. Филечки на месяц, а этим двоим на 3 месяца. Поэтому, душенька, спокойно. Суши, то был мой и обед, и мой ужин. Это было в районе обеда, поэтому это последний прием пищи на сегодня и на завтра. И на послезавтра я жду 4 апреля. А сегодня я смотивировала Любчика бежать. Любчик, будем бежать? Конечно. Любчик сейчас наелся картошки с... Это килька, да? Это копченая килька. И буду бежать. Прям спортсмены. Семья спортсменов. Салака. Салака копченая. Семья спортсменов. С нас примеры не надо брать, если что. Мы такие любители. Спортсмены. Я нормальный. А я любитель-спортсмен. Вы же помните, я худею, и срок у меня истекает договоренности 4 апреля. Поэтому я себе уже придумала там на концовку жесткую диету в случае чего, потому что... Концовка не поможет. Трошечки не хватает у меня. Трошечки совсем. Но еще не вечер, как говорится, вот так. Поэтому... Сейчас будет пробежка. Сейчас я нажарю Доте блинчиков, а то она очень просила блинчики. И бегу на спорт. Вот так. Ну все, Валентина Сергеевна вернулась в большой спорт. Вот так. С Владимиром. С Владимиром Красивым. Любчик, я придумала, знаешь, был Владимир Великий, а ты Владимир Красивый. Вот так. Спортсмен. Чемпион. Короче, мы погнали. Сжигать калории. С нами верный пес Джесси. Джесси! Джека! Роденька, боже, наконец-то свобода, скажи, да?
А то во дворе, да во дворе. Все, от клещей она обработана, поэтому хай садятся, гаденыши. Да? Хай садятся и напиваются. Лекарства. Ну, лучше не надо, конечно. Все, мы погнали. Разрешите эфир активность. Да. У нас уже 3 километр. Мы идем, наслаждаемся пением птиц. Это просто кайф. Это просто релакс. Джека бегает. Джека, ко мне. Джесси. Дорвалась до свободы. Дорвалась. Давно не гуляла. С осени в лесу не гуляла. Ой, мы с Любчиком чемпионы. Любчик, ты чемпион? Я чемпион. Чемпион. Джека! И Джека чемпионская Джека собака. Чемпион. Джесси, ко мне. Сидеть. Молодец. Гулять. Гулять, пошли. Все. Да, поехали. Охотничья собака. Любчик, ты у меня охотник? Я? Да, добытчик. Собака у нас охотническая. А Джека у нас охотник. Джека охотник. Любчик, ты добытчик. Бежит. Покажи, какой ты у нас на спорте. Ой, чемпион. Ой, птицы. Ага, птицы вообще космос. Так поют красиво. Мы добежали до сосенок, которые возле монастыря. Какой воздух, да, солнце чистый, прям не надышишься. Если что, у нас 5 километров по плану. О, препятствие. Ух ты, бег с препятствиями, что делать будем? Лужа. А там справа он какие-то ветки. Джека, пошли, препятствия преодолеем. Мы так в Карпатах. Брод, да и пофигу. Ой, гляньте, даже мостик сделали. Лесенка, ну. Тренировка приостановлена. Не хочешь Жесси, не купайся только. О, ты не упадешь? А я упаду. Давай телефон. А я ничего. Кажу, давай телефон. Я же это должна снимать, солнце. Ты что, не, я буду если падать, то с телефоном. Это ж контент еще. Любчик, ты не упади. Ого, они шатаются. А назад как? Так само? Валентина Сергеевна с мозгами. Вот так. Главное не упустить телефон, да? Джека, то что я намочусь, то полбеды. А вот телефон... Джека в курсе дела. Я же не навернусь, нет? Ну я ж прошел. Ой, она шатается. Слушай, в Карпатах и то было все более предусмотрительней. Глава, а если у меня закружится голова? Глава, у нас время, значит, идет. Кто-то домой мокрый побежит. Да, она шатается. Вот это я понимаю, спорт. Ой, я тут не уверена. Переступаю. Я рыбу вижу, настоящую. Да ты что? Джесси, а ты что, меня бросила? А как же я? Ой, мне уже страшно дальше. Переступай. Подожди, я опору не чувствую, у меня равновесия нет. Ноги трусятся? Ну я ж бегала вообще, так конечно трусятся. Все, я молодец. Ура! Спасибо, руку подал. Давай я брошу две штучки вот тут, Вова. Я оставлю. А, давай. Назад же будем возвращаться, пошли. Тренировка приостановлена. Привет. Продолжаем тренировку. Физкульт-привет. А мы завершаем. У нас уже почти 4 километра. Пробежались по лесу так хорошо. Прям незаметно, как пробежали. И знаете, как хорошо. Сразу такие правильные эмоции, состояние такое. Вообще слова нет подобрать.
Зато приду сейчас домой, скупаюсь и все. Расслаблюсь, устану и скажу, все, не трогайте меня. Не могу себя заставить с утра бегать. Вот вечером я легко бегу, а с утра это, вот это рано встать сразу на пробежку. Но я к этому пока еще не созрела. Может, в будущем. Сейчас пока нравится по вечерам. Было время. А время должно находиться вот так. На себя любимую. Это шутка ли сказать? Слышите? Поет. Ой, класс. А я бегу, охраняю Любчика. Любчик, я... Время 32 минуты 53 секунды. Остался 1 километр. Средний темп 8.13 за километр. Любчик, ты под надежным контролем. Тебя не украдут, не переживай. Ты не переживаешь? Скажи, а я переживаю, да? А мне нравится вот так бежать вдоль дороги. И прям чувствую, как мне спину там выжигают взгляды людей, которые едут. И думаю, вот это молодцы. Вот это молодцы, да? А я тоже так хочу. Поэтому мы еще, может, кого-то мотивируем. Вот так, я сама такая. Когда еду, и кто-то бежит, у меня такое... чувство гордости за них. Думаю, какие молодцы, какие молодцы. Уделяют время для себя, для своего здоровья. Косо, криво, но все же. Поэтому иногда еще сигналят особо жаждущие к спорту. Они прям сигналят. Вот так. Или, жаль, не обкидывают лепестками роз и ленточек красных нету. А так все хорошо. Так. Минута славы, Любчик. Наша минута славы. Мы молодцы, 5 километров сделали. Любчик, я вас витаю. Вот так. Любчик, тебя не видно. Такую звезду не видно. Вот так, ребята, мы молодцы. Я немного раз это сказала, не? Просто настроение... Верхнюю или нижнюю? Сейчас. Сядь. Ну или ляж. Преданный пес... ждет, да? Ждет преданный пес Любчика. АТБ. Любчик, мы тут. Где сади Вова? Вова где? Вова. Вова! Все? Пошлите домой. Бегуны. Ух и бегуны.